Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto E6i. И сейчас я вам покажу, как поменять язык на этом телефоне. Итак, заходим в настройки. Опускаемся в самый низ, переходим в раздел System. Выбираем Languages. И нажимаем Add a Language. И ищем язык, который нам нужен. Выбираем. И перетаскиваем его на самый верх. Таким образом, мы поменяли язык на этом телефоне. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.